И к новостям. Накануне в Актюбе на дороге Самара-Шымкент в районе жилого массива Жанахонес произошла авария с участием грузовика и двух автобусов. Водитель машины «Хова», не снизив скорость, столкнулся с маршрутным автобусом номер 21, перевозившим 45 пассажиров. От удара последний, в свою очередь, столкнулся с автобусом номер 45, в котором ехали 33 человека. В результате ДТП пассажиры автобусов были доставлены в больницу скорой медицинской помощи с различными телесными повреждениями.